На территории спорткомплекса «Магнум» 60 метательных машинок. Они запускают в свободный полет тарелочки, которые имитируют движение дичи. Если условная утка, тарелка летит примерно на 3-4 метрах от земли. А если сымитировать охоту на зайца, то катится по земле. Желающих потренироваться хоть отбавляй. На стрельбище могут находиться до 28 человек. В выходные собираются очереди. Вообще, так, выходные дни ездим. И как успехи? Ну, каждый раз прогрессируем. Удобно? Площадка очень удобная. В спорткомплексе есть скрытые и открытые площадки для стрельбы из пистолетов, гладкоствольных ружей олимпийского типа. Скоро здесь запустят еще одну площадку для стрельбы из нарезных ружей. Основная часть уже вся сделана. Достраивается гостиница, достраивается дополнительная кухня питания для спортсменов. Предварительно, что от 200 до 300 человек принят участие в грандиозном этом событии. Это впервые в сибирском регионе. Ну, главное — безопасность, правильное обращение с оружием, ну и желание стать чемпионом. Сейчас стрелки-стендовики из нашего края вовсю готовятся здесь к предстоящему этапу Кубка России. Приедут стрелки со всей страны – Москвы, Рязани, Астрахани. При поддержке губернатора и правительства Алтайского края ежегодно Минприроды Алтайского края совместно со стрелковым клубом «Магнум» проводят соревнования среди охотников по стендовой стрельбе. Эти соревнования позволяют не только улучшить качество стрельбы, но и самое важное, что является на сегодняшний день при участии в охоте, это техника безопасности обращения с огнестрельным оружием. Первые всероссийские соревнования в своей истории спорткомплекс примет через месяц. Этап Кубка России в Барнауле пройдет 21 и 22 сентября. Владислав Кириенко, Ярослав Улымов, Анатолий Фукс. Новости.